Раньше самого себя Влад мог назвать чемпионом по поеданию блинов. В день города стал еще и мастером по их выпеканию. Тонкий, ровный и румяный у него получился с первого раза. Когда я его попробовал, вдвойне был вкуснее своими руками, когда сделал. Под чутким руководством опытных наставников блины выпекали и поедали все желающие. В день города сеть ресторанов решила поделиться с оренбуржцами своим главным сокровищем – мастерством и рецептами. Публике вкусный и полезный подарок явно пришелся по душе. Причем поучиться было чему не только детям, но и взрослым. Не всегда же удается посмотреть, как их пекут. А здесь они сами попробовали. Здесь же продемонстрировали, что блин может быть не только лакомством, но и открыткой. Мастера пробовали выпекать на них и букеты цветов, и главную цифру дня. Будем писать цифру 273. Кстати, чтобы съесть такой вот праздничный блин, нужно было прежде ответить на непростые вопросы о любимом городе. В общем, получилось крайне занимательно и запредельно вкусно. А еще все собравшиеся опровергли главный постулат. Оказывается, первый блин далеко не всегда бывает комом. Наверное, только один блинчик не получился. У всех остальных все получилось сразу, с первого раза.